Кондрутский Алексей Иванович родился 30 марта 1913 года в деревне Овсяниково, ныне Сухиничевского района Калужской области. В голодные годы подростком переехал с родителями на Кубань, работал в колхозе «Свободный труд» Новодеревянковского сельского совета Краснодарского края. В мае 1941 года признан в армию на военные сборы, участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Кондрутский на фронте оказался с первого дня войны. Вместе с гвардейцами генерала Панфилова отражал яростные атаки оккупантов под Москвой. Под Старой Руссой в одной из атак Кондрутский был второй раз ранен, на этот раз серьезнее, с повреждением внутренних органов. А 6 апреля 1945 года начался штурм Кёнигсберга. Кондрутский обеспечил успешную атаку форта номер 5, в котором было взято в плен почти 200 гитлеровцев. За мужество и отвагу, проявленные при взятии форта, Кондрутскому присвоено звание Героя Советского Союза. Но об этом он уже узнал после, когда лежал в госпитале после третьего ранения. Демобилизован 20 ноября 1945 года в звании старшины. Умер 8 января 1983 года. Похоронен с отданием воинских почестей на кладбище хутора Ленинский. Именем героя названа улица, проходящая через хутора Ленинский, Вольный, Приютный. Его имя занесено на красную краевую доску героев. Мы, каневская молодежь, помним подвиг героя Кондрутского Алексея Ивановича.